Добрый день, меня зовут Елена Каркукли, я международный эксперт по фейс-фитнесу. Сегодня я расскажу, как ежедневное очищение кожи может стать настоящим искусством, благодаря которому лицо можно не только очистить, но и разгладить при помощи расслабляющих движений. Мы сделаем специальный массаж по маслу для умывания Novage. Это масло дает идеальное скольжение, делает кожу чистой и глубоко напитанной. Наносим масло на лицо. Слегка приоткрываем рот и расслабляем губы в такой позиции, чтобы расправить лицевые мышцы. Делаем легкие круговые движения по массажным линиям, не тянем кожу. Уголки губ проглаживаем вверх, верхнюю губу в центр, подбородок вниз, нос от центра в стороны. Затем переходим на виски и, не закрывая рот, проглаживаем их вверх для расслабления височных мышц. Переходим на лоб и легкими круговыми движениями проглаживаем его вверх. Очищая веки, делаем легкие вибрирующие движения, не растягивая нежную кожу. Масло мгновенно растворяет загрязнения и макияж, в том числе водостойкий. Смываем масло водой, не тянем лицо вниз. Под воздействием воды оно превращается в очищающее молочко, очень легко и быстро смывается, не оставляя жирной пленки. Промакиваем кожу чистым полотенцем. Массаж с очищающим маслом для умывания Novage – это идеальное расслабление, очищение и увлажнение кожи. Добрый день, меня зовут Елена Каркукли, я эксперт по фейс-фитнесу. 10 лет назад я была в отчаянии от своего отражения в зеркале. Тогда я начала поиск методов, которые помогут поддерживать лицо в отличном состоянии. Начав заниматься фейс-фитнесом и делая самомассаж, буквально через 3 месяца я восстановила свое лицо. Тогда я поняла, как много я упустила из-за отсутствия знаний о сохранении лица. Для начала давайте научимся культуре ухода за собой. Часто я вижу очень небрежное отношение к шее, к лицу и особенно к тончайшей коже век. При умывании и нанесении крема девушки делают это агрессивно и неаккуратно, растягивают кожу, напрягают мышцы и формируют морщины, тянут лицо вниз. Мы можем поменять привычку и выполнять аккуратные действия каждый раз, когда мы прикасаемся к лицу. Сейчас я покажу легкие движения, которые помогут сохранить кожу и поддержать здоровый вид лица. После использования очищающего геля-тоника Novage мы берем крем-энергетик для кожи вокруг глаз Novage Skin Advice, который содержит гиалуроновую кислоту и мгновенно увлажняет кожу на 24 часа, заметно уменьшая тёчность, темные круги, сглаживая первые морщинки. Крем упакован в роллер. Очень аккуратно распределяем его на нижние и верхние веки от центра в стороны. Вбиваем вот такими легкими движениями, не трем и не тянем кожу. Далее берем сыворотку энергетик для лица Novage Skin Advice. Она содержит таурин, экстракт стволовых клеток асаи, гиалуроновую кислоту, светоотражающие частицы, зрительно сглаживающие недостатки и морской пребиотик для стимуляции клеток. Легко распределяем ее по шее и лицу, не тянем кожу и делаем вот такие постукивающие движения для более глубокого проникновения. Переходим к крему. Берем дневной или ночной крем в зависимости от времени суток. Наносим его на шею, подбородок и лицо по массажным линиям. Вбиваем для лучшего проникновения. А затем слегка открываем рот, вот так расслабляем губы и делаем лифтинговые вбивающие постукивания. Слегка касаемся кожи, обращаем внимание, чтобы на ней не образовывались складки и не смещалась кожа. Эффект от этих манипуляций, которые мы совмещаем со средствами из линейки Novage Skin Advice Ideal Perfection, это заметное сияние и защита от преждевременного старения. Начинайте заниматься лицом не тогда, когда оно уже кричит «сос», а с молодого возраста, чтобы вам не пришлось бороться с более глубокими возрастными изменениями. Оставайтесь молодыми и берегите свою красоту и внутреннее сияние.
Дорогие девушки, с вами Елена Каркукли, специалист по методикам естественного омоложения. Тысячи женщин ежедневно сталкиваются с проблемой пигментных пятен. Даже используя специальные косметические средства, они не могут получить видимого эффекта. Сегодня я расскажу вам про уникальную сыворотку с 10% витамином С Novage Procuticals. А главное, покажу вам, как можно ее нанести для получения лучшего эффекта – ровного тона и здорового сияния. Растираем ладони и стучим ими по лицу, улучшая кровообращение. Нажимаем на дозатор и трясем флакон, чтобы перемешать порошок внутри бутылочки. Выдавливаем в 3-4 нажатия средства и наносим на чистую кожу. Затем делаем вот такую вибрацию с эффектом прогревания, чтобы средство лучше проникло вглубь. Поочередно прорабатываем все зоны лица, за исключением век. Не тянем кожу и не собираем ее в складки. От сочетания прогревающей вибрации и сыворотки с 10% витамином С уже через 4 недели уменьшится видимость пигментных пятен, и кожа будет выглядеть более сияющей. Чистый витамин С подавляет чрезмерную выработку меланина, чтобы сделать тон кожи более ровным и сияющим. Он оказывает антиоксидантное действие и обеспечивает защиту от свободных радикалов и ультрафиолетового излучения. Гель на водной основе служит транспортным средством для доставки витамина С в кожу. Он содержит смесь увлажняющих компонентов и депантенол, который улучшает защитную функцию кожи и предотвращает появление дискомфорта. Здравствуйте, с вами Елена Каркукли, тренер по фейс-фитнесу и обладатель патента на способ естественного омоложения лица при помощи упражнений и самомассажа. Сегодня мы будем учиться бережному уходу за лицом и моим техникам для разглаживания лба совместно с комплексным уходом против морщин Novage и коллаген Wrinkle Power. Эта линейка предназначена для коррекции морщин с самого первого дня. Для профилактики возрастных изменений я рекомендую разные способы, в том числе работу с мимикой, расслабляющие движения во время уходовых процедур и, конечно же, упражнения. Сначала давайте выполним несколько шагов по уходу за кожей. Шаг первый. Очищаем кожу при помощи геля-тоника Novage. Шаг второй. Для улучшения век наносим крем для кожи вокруг глаз против морщин Novage и коллаген Wrinkle Power. Аккуратно его распределяем. Подушечками пальцев делаем прессотерапию, не растягивая кожу. Крем содержит кофеин, благодаря которому он помогает от припухлости и темных кругов. Шаг третий. Используем сыворотку для лица против морщин Novage и коллаген Wrinkle Power. Наносим сыворотку на шею, подбородок и лицо. Слегка вбиваем ее в кожу. Сыворотка заметно сокращает глубину морщин уже после первого применения. Шаг четвертый. Берем дневной или ночной крем в зависимости от времени суток. Наносим крем на шею, подбородок и лицо по массажным линиям. Дневной крем против морщин SPF 30 Power обеспечивает защиту от фотостарения и полютантов благодаря содержанию экстракта стволовых клеток эдельвейса. В ночной крем против морщин входит ниацинамид, витамин В3, а также масло ши и витамин Е. Он укрепляет естественный защитный барьер кожи на 28%, стимулирует клеточный обмен и глубоко питает клетки в ночные часы. А теперь давайте сделаем упражнение для лба. Фиксируем всю его поверхность руками, слегка расправляем лоб в стороны. Затем поднимаем брови вверх мышцами лба, а руками оказываем сопротивление. Делаем 20 движений, затем проглаживаем лоб вверх. Для уменьшения межбровных морщин проглаживаем переносицу от центра в стороны. Для лучшего эффекта расслабления мышц лба регулярно делайте массаж прочесывания головы, так как лобные мышцы связаны с этой зоной.
Оставайтесь молодыми и красивыми вместе с линейкой Novage Collagen Wrinkle Power, которая помогает уменьшить морщины на 49%. Всего 2 минуты, 2 раза в день, и ваш лоб будет гладким и подтянутым. Меня зовут Елена Каркукли. Уже 9 лет я обучаю методикам естественного омоложения. Сегодня я вам покажу уникальное средство – сыворотку концентрата антивозрастного действия с ретинолом Novage Procuticals. И мой любимый легкий щипковый массаж с тонизирующим эффектом, который улучшит действие сыворотки и простимулирует обновление кожи. Хотите, чтобы через 2 недели у вас сократились глубокие морщины и кожа стала мягче? Нанесите 2 капли на руки и распределите сыворотку по шее и подбородку. Наносить сыворотку нужно вечером на очищенную кожу. Затем сделайте очень легкие щипки. Подбородок от центра в сторону к уху и по шее сверху вниз. Не оттягивайте кожу, а наоборот немного ее вдавливайте. Добавьте еще 2 капли и распределите по лицу. Выполните легкие щипки, двигаясь вверх по массажным линиям. Следите, чтобы кожа не собиралась в складки, не тяните ее. Уделите особое внимание уязвимым местам, на которых больше всего образуются морщины, область переносицы и лба. Затем мягко прогладьте лицо вверх. Такой легкий массаж простимулирует капиллярную систему и нервные рецепторы, благодаря чему сыворотка проникнет глубже, сокращая морщины. Почувствуйте, как после такого приятного массажа расслабилось ваше лицо. Наносите сыворотку каждый вечер, и через 2 недели глубокие морщины сократятся, кожа будет выглядеть более здоровой и станет мягче. Вы прекрасны, помните это! Здравствуйте, с вами Елена Каркукли, эксперт по фейс-фитнесу. Сегодня мы изучим упражнение на овал лица совместно с комплексным лифтинг-уходом Novage Ultimate Lift Contour Define. Большинство женщин с возрастом сталкиваются с изменением контуров лица, которые мы можем улучшить при помощи упражнений. В своей практике наилучшим решением я вижу регулярное использование эффективных уходовых средств, упражнения на лицевые мышцы и самомассаж. Сегодня я поделюсь с вами секретами о том, как сохранить упругость кожи и улучшить контуры лица на 40%. Давайте начнем. Шаг 1. Очищаем кожу при помощи геля-тоника Novage. Шаг 2. Используем крем-лифтинг для кожи вокруг глаз Novage Ultimate Lift. Аккуратно вбиваем крем в кожу нижних и верхних век от центра в стороны и делаем легкую прессотерапию в области гусиных лапок. Переходим к сыворотке. Наносим нужное количество на подбородок, шею и лицо. Делаем легкий массаж по направлению вверх, пока сыворотка не впитается. Затем выполняем упражнение. Фиксируем овал лица руками. Большие пальцы располагаются под шейно-подбородочным углом. Затем слегка надавливаем языком на верхнее небо, ближе к верхним зубам. Чувствуем, как под руками включаются мышцы и руками оказываем сопротивление. Выполняем 20 раз. Контролируем, чтобы не напрягалась шея. Шаг 4. Переходим к нанесению крема. Сейчас я наношу дневной крем, а в наборе для комплексного ухода есть также и ночной. Движения при нанесении дневного или ночного крема не меняются. При нанесении крема на овал лица делаем движение по подбородку от центра в сторону к уху и по боковой части шеи сверху вниз. На лицо наносим крем по массажным линиям, поднимаем вверх щеки, скулы, виски и лоб. Добавляем немного крема и делаем вот такие движения по линии нижней челюсти. Делаем массаж согнутым пальцем от центра подбородка в сторону к уху 3-5 раз на каждую сторону.
Добавляем упражнение на щеки. Соединяем запястья вместе, фиксируем нижнюю часть лица. Смотрим в зеркало, чтобы на коже не образовывались морщины. Надуваем и сдуваем щеки, руками оказываем сопротивление, надавливая ладонями на щеки в момент надувания. Выполняем 20 раз. Затем стучим по щекам для расслабления. Восстановление упругости, эластичности и четких контуров за 4 недели – это реально. Добрый день, меня зовут Елена Каркукли, я международный эксперт по фейс-фитнесу. Сегодня я вам покажу очень действенное средство – сыворотку-концентрат для повышения упругости кожи с пептидами Novage Procuticals. Для лучшего эффекта к сыворотке мы добавим массаж от дряблости кожи, чтобы через 7 дней кожа была более подтянутой, а морщины разглажены. В наборе очень удобный комплект для применения сыворотки. Открываем ампулу при помощи такого приспособления. Вставляем ее в дозатор. Наносим сыворотку на шею и подбородок. Соединяем запястья вместе, прикладываем ладони к шее и делаем помпаж 5-10 раз. Переставляем руки на подбородок и повторяем 5-10 раз. Затем наносим сыворотку на лицо и распределяем по коже. Соединяем запястья вместе и повторяем помпаж на нижнюю часть лица. Не растягиваем кожу, а как будто расправляем лицо по диагонали вверх. Перемещаем руки на виски и делаем подтягивающие движения по диагонали вверх. Потом переставляем руки на лоб и выполняем движения по направлению к линии роста волос. Не тяните кожу, не напрягайте руки и не давите ими на лоб. Проглаживаем все лицо вверх и наслаждаемся. Сыворотка предназначена для всех возрастов и отлично укрепляет кожу. Комплекс пептидов подтягивает кожу и сокращает морщины. Через 7 дней кожа становится более подтянутой. Добрый день, меня зовут Елена Каркукли. Почти 10 лет я обучаю женщин методикам естественного омоложения. Сегодня мы сделаем разглаживающий самомассаж с использованием концентрированного крема-скульптора для шеи и декольте Novage. Наносим немного средства и распределяем его мягкими круговыми движениями на декольте. Затем делаем массаж костяшками пальцев по диагонали вверх. Ждем, пока средство впитается, и переходим к шее. Наносим средство на подбородок и шею и распределяем его поглаживающим движением от центра подбородка в сторону к уху и по боковой части шеи вниз. Почувствуйте, как расслабляются мышцы шеи. Немного отводим подбородок в сторону и приподнимаем его вверх. Разглаживаем шею двумя руками, поочередно расслабляя каждую сторону. Делаем движение, пока средство не впитается. Массаж уменьшает складки на шее, а крем-скульптор повышает эластичность и упругость кожи минимум на 17%. Остатки крема наносим на заднюю часть шеи и проглаживаем ее вниз для расслабления мышц и улучшения кровообращения. Выполняйте такой массаж утром и вечером. Следите за осанкой и положением головы. Не прижимайте в течение дня подбородок к шее, чтобы сохранить ее идеальный вид. Хорошая осанка и правильный уход в сочетании с концентрированным кремом-скульптором Novage помогут навсегда сохранить шею и декольте в отличном состоянии. Здравствуйте, с вами Елена Каркукли, тренер по гимнастике для лица. Сегодня мы поговорим о том, как за 12 недель восстановить зрелую кожу при помощи фейс-фитнеса и комплексного омолаживающего ухода Novage Time Restore. Особое внимание мы уделим области век. По моему опыту, только соединяя уход и упражнения, можно улучшить состояние этой деликатной зоны даже в зрелом возрасте. Начнем с ухода, который улучшит качество и плотность кожи. Первое. Очищаем кожу при помощи геля-тоника Novage. Второе. Наносим омолаживающий крем для контура глаз и губ Novage Time Restore. Наносим немного крема на веки. Вбиваем вот такими легкими движениями. Добавляем немного крема на область вокруг губ и сами губы. Теперь делаем щипковый массаж губ.
Легко прощипываем кайму верхней и нижней губы. Третье. Сыворотка, увлажняющая, восстанавливающая зрелую кожу. Наносим сыворотку на шею, подбородок и лицо по массажным линиям. Не тянем кожу и следим, чтобы на лице не образовывались складки. Теперь добавляем упражнение для лифтинга верхних век. Ставим ладони на лоб и слегка руками приподнимаем его вверх. Взгляд переводим вниз и начинаем с небольшим усилием закрывать глаза, опуская верхние веки вниз. При этом не зажмуриваемся. Делаем упражнение 20 раз. И еще одно упражнение для нижних век. Ставим указательные средние пальцы на внешнюю и внутреннюю часть нижнего века. Взгляд переводим слегка вверх и начинаем прищуриваться. Повторяем 20 раз. Не напрягаем шею, губы и подбородок. Четвертое. Наносим дневной или ночной крем. Аккуратно распределяем его по подбородку, шее и лицу. Теперь делаем упражнение для упругой кожи век. Фиксируем веки руками. Руки должны прилегать к внешней их части. Проверяем правильность постановки рук перед зеркалом. Затем начинаем прищуриваться. Делаем 20 прищуриваний. Контролируем, чтобы на лице не образовывались заломы. Затем расслабляем мышцы век легкой вибрацией. Регулярная забота о коже и мышцах при помощи упражнений комплексного омолаживающего ухода Novage Time Restore гарантированно улучшит состояние зрелой кожи за 12 недель.